Добрый день всем. Dota 2 Champions League. Плей-офф и на данный момент у нас ниндзя в пижамах играют против Team Empire. Рубка будет кровавейшая. Микрофон на друг, студия Игрокам ТВ. Стримим на новой платформе. Кто там с Твича перешел, вы молодцы. Кто сразу сюда пришел, еще лучше. Ну что, Empire на данный момент взяли тролль Варлорда, Магнуса, Шадоу Демона и Лишрака. Лишрак, как я понимаю, у нас будет... Саппортить роль Варлорда. Нужен еще один оффлейн. Что-то надо для Йоку. А, нет, для Йоку есть Магнус. Нужен мидер. Да, команда Empire. Магнус вряд ли у нас пойдет на мидлейн. А кто там на мидлейн пойдет от ниндзей? Ну, скорее всего, Лина отправится на мидлейн. Бэтрайдер пойдет сложную у ниндзей. И Эра будет фармить у нас на Фантом Ассасин в легкой линии. Леон там где-то рядом будет. Тренд Протектор всегда рядом. Это помощь, которая по всей карте, в принципе... присутствует. Ну, Империи задача, в общем-то, простая. Брать Никс Ассасин. Вот так. Значит, Резолюшн на Магнусе будет стоять мидлейн. Скорее всего, против Лины. Да, так и есть. Лимб забирает себе Лину. Резолюшн будет на Магнусе. Сайлент фармит на тролль Варлорде. Алоха Дэнс берет себе Лишрака. Always on a fly будет на Шадоу Демоне. И Йоку забирает Никс Ассасин. Со стороны команды Ниндзи в пижамах. Хенскин на Леоне. Юносом Фан сложная Бэтрайдер. Лим фармит мидлейн на линии, Силкит саппортит на тренд протекторе, и Эра у нас супер-пупер-фармер на Фантом Ассасин. Ну что, катки будут, наверное, лютейшими, потому как у нас все-таки плей-офф, и здесь отступать некому и некуда. Это верхняя сетка, второй раунд, поэтому понимаете, что... проигрывать никто здесь не хочет. И напомню еще раз, что катка в формате Best of 5. То есть до трех побед, а значит Рубилова у нас до самой ночи может быть, если вдруг все пять матчей команды будут играть. Все, героев своих разобрали. Пожелаем удачи обеим командам. Конечно же, больше удачи пожелаем Империи. Как-никак наш коллектив. И ожидаем только веселья, только хардкора. По пику нипы вообще в жутчайший лей должны выйти. Если есть Фантом Ассасин, то... необходимо довести ее до полнейшего накала. То есть где-то минуты после 25-й раскроется у нас Эра. При том, как хорошо Эра фармит. Он и правда очень хорошо фармит. Есть чему поучиться. Поэтому нипы раскроются где-то ближе ко второй половине игры. А у команды Империя ситуация немножко иная и задача иная. От тролль Варлорда не требуется много артефактов. Сайлент, если зацепится в кого-то после шестого левела, то, в принципе, отпускать не должен. Команда Empire должна раскрыться у нас после получения шестых левелов от Йоку, после получения шестого левела от Магнуса, ну или Шраку с Шадоу Демоном, в принципе, немного надо. Главное, это три главных героя, Сайлент, Йоку и Резолюшн, должны получить свои ульты. После этого начинать давить... не дать Фантом Ассасин вообще никакого продуху, не дать возможность Эре выфармить свои артефакты. Эра с артами тут не простит Empire, мне так кажется. Ну что, готовятся у нас команды за руну нижнюю бороться, но Empire поняли, что против четверых втроем, да еще и втроем с двумя саппортами, там сильно не побьешься. Просто забирает на топе у нас Resolution руну и отправляется на мидлейн. Против него будет стоять что, простите? Простите, что? Эра будет стоять на мидлейне на Фантом Ассасин. Ну, хорошо, это, в принципе, интересно. Правда, по ХП, я думаю, Эра должен проседать. Здесь Резолюшн даже не шоквейвами, а просто с руки может Эру наковырять. Плюс будет Эмпауэр у Магнуса, я думаю, вкачан. Наверное, не лишним. Все чаще у нас Магнус и Эмпауэр качают наравне с шоквейвом. Иногда даже и вообще в приоритете. И Эре должно доставаться от Магнуса. Уже начинает Резолюшн здесь немножко подлуп. Ну вот, пожалуйста. Так, Силкит у нас в это время забирает. А кого? Забирает у нас Шадоу Демона. Силкит зарабатывает ФБ. Забирают у нас Always Wanna Fly. Empire дает первую кровь команде НИП. НИПы повели. Кто убил? Убил Тренд Протектор. На варды Тренд Протектор. У тапок уже есть. Куча подхила. От Силкида, ну, не очень хорошее начало для команды Империи, но, в принципе, ничего страшного здесь нет. Эра экспириенс не получил. Эра в файте и в убийстве у нас не участвовал, а это уже безусловный плюс.
Так вот, Resolution, пожалуйста, то, о чем я говорил, Empower уже вкачал, чтобы подходил Эра и получал дополнительный дэмэдж. Тут надо харас, харас и еще раз харас. Эра должен постоянно быть в напряжении, знать, что как только на него выйдет хотя бы один саппорт, он здесь умрет. Что, простите, что это было? Что сделал Resolution? Я не очень понял. Шоквейв вообще в никуда. Может быть, недоконтролил где-то. Ну, нелепая ситуация абсолютно. На топ-лейне Йок у нас против Бэтрайдера. Один в один стоят. У Бэтрайдера 5 на 0 крипстат. У Йоку 6 на 1. Йок у нас переигрывает Йонасом Фана. Йок вообще посерьезнее, чем Йонасом Фан. Будем откровенны. Ну и на данный момент у Йоку дела чуть-чуть получше обстоят, чем у Йонасом Фана. У Бэтрайдера вообще, понятное дело, что в приоритете Dagger, у Никс Ассасина в приоритете просто шестой левел. Просто получить шестой левел, а там, если удачно все получится для оффлейнера команды Empire, то арты сами потекут к нему рекой. Интересно было бы посмотреть какого-то догонового Никс Ассасина в данной катке. Такого, который может без перерыва ходить по лайнам и выносить одного за другим саппортов. Интересно, но как получится, увидим. Вполне может быть, что здесь будет скучный Никс Ассасин с даггерами. Такой роумящий полусаппорт, полунюкер Никс Ассасин. Ну, Йоку, в принципе, игрок агрессивного плана. Поэтому есть все вообще предпосылки ожидать от него наступательных артефактов, таких как Дагон. Поэтому посмотрим. Я надеюсь на активную доту. Скорее всего, Empire в последнее время такую доту и демонстрирует, и, может быть, сейчас именно это и будет. Resolution проседает по хп от R. У R есть уже ботл, есть таутшилд. У Resolution ботл имеется и Boots of Speed для Resolution. Фантомка пока что без тапка. Так, врывается у нас R на Resolution, и Resolution в панике на трамвае уезжает на собственный хайграунд. 19-5. Мидер команды Empire перефармливает R. Причем так прилично перефармливает. 14 на 1 у нас у мейн-керри команды Низи в пижамах. Ну и Resolution продолжает наращивать преимущество. Но тут все от маны зависит. Эра вгрызается у нас в Resolution. На даггер маны нет, но здесь есть ботл. Здесь есть чем отпиться. Еще и инвиз в батле лежит для Эры. Отгоняет у нас Resolution подальше. Еще насколько подальше? Под собственный фонтан. Курьер у нас в это время летит на топ-лейн. Принести Йоку ботл. Йонасом Фан пошел за Йоку. Йоку под напалмом. И под фаерфлаем. И Йоку некуда просто здесь деваться. Йоку, скорее всего, догорит. Да, Йоку у нас в итоге умирает. Йонасом Фан забирает фраг вообще на ровном месте. Просто летел над Йоку и дамажил. А с другой стороны, Бэтрайдер. Чего от него ожидать? Что он будет стоять на тебя смотреть? Нет, точно не в этой истории. 2-0. Команда Империя... Команда Империя начинает гореть у нас. И Непы то, что надо выигрывать, выигрывают. Здесь у нас Лим 15 на 2 против него. Silent сколько? 13 на 4. Лим все равно немножко получше. Плюс фраг был внизу сделан командой Ниндзя в пижамах. Поэтому у Empire дела пока не алё вообще. Ну и видим по золоту. 1000 для Непов. По экспе где-то 750 тоже для Ниндзя в пижамах. Йоку остался здесь в соло. Йонасом Фан пошел хилиться и пополнять себе ботл вместе с маной на фонтан. Вряд ли будет Бэтрайдер перемещаться у нас в лес. Все-таки ситуация комфортная. Там Никс Ассасин вообще не напрягает у нас Йонасом Фана. И это проблема для Империи. У Йоку почти шестой левел. У Бэтрайдера есть шестой левел. Ну, Бэтрайдер просто так, без даггера, вряд ли может легко влететь в кого угодно. Так, Сайлент у нас проседает по ХП. Алоха Дэн здесь подстопили и забирают еще один фраг игроки команды НИП. Лимп, наконец-то, у нас немножко поправил экономику свою. Зарабатывает уже 940 по золоту. И, в принципе, сейчас появится ПТ, и Лина начнет бить сильнее. У Лины будет больше маны, Лина будет бить быстрее. Ну и могут быть дичайшие проблемы на самом деле на трипле у команды NIP. Кстати, не работает почему-то комбинация Always on a Fly плюс Aloha Dance. Вообще тут Лишрак никак не всплывает. Магнуса отгоняет. Resolution отправляется у нас опять под фонтан, потому что здесь Сера вместе с Йонасом Фаном испортили ему жизнь. И Resolution опять под фонтан.
Вроде есть у него ботл, руны он толком не контролит, потому как НИП захватили вообще контроль над всей картой. И вынужден просто-напросто бегать. Тут даже по факту умирать, наверное, на ранних левелах было бы менее затратно. Умираешь, появляешься, на ТП прилетаешь. Хотя бы не теряешь время на получение экспириенса. По голде НИПы по-прежнему 1000, по XP 750, ничего у нас не изменилось. По поводу даблы Aloha Dance и Always Wanna Fly. Должно было работать. Но, как я смотрю, по трипле команды НИП не работает, не получается. Просто-напросто в никуда все уходит. Вы понимаете, да, дизрапшн от Shadow Demon, туда же сплитос от Aloha Dance. Ну, фрагов я не вижу. Значит, что-то пошло не так. Always Wanna Fly. Видит здесь Эйру. Должен забирать руну. Нет, руну даже не забирает, а просто денает руну. Ой, как критами сразу по хребту Эйре. Собственными. Неожиданно плохо для Эйры все обернулось. Вышел спокойно съесть баунти руну. Съел. Ай-яй-яй. Пропустили фраг. У нас в это время Йоку забирает Бэтрайдера. Ладно, у нас 21 век, новые технологии. Вот так Йоку у нас забирает Бэтрайдера. Через Виндету подошел, в спину копнул. Сжег. И все, все очень просто. Туда еще и Карапаси залетели от Йоку. Короче говоря, 3-1. Первый фраг для команды Империи. И это уже хоть какой-то плюс. 724 заработал Никс Ассасин на одном фраге. Как это возможно вообще? И по экспириенсу 1500 для Йоку тоже капнуло. Целый левел, даже чуть больше, чем левел. НИПы по-прежнему впереди, но если дальше так, не пойдет. Сайлент у нас догорает внизу. Лина забирает еще один фраг. Уже 2 килла есть на Лину. И это неприятно для Empire. Empire что-то как-то тухловатенько смотрится. На самом деле, вот так, еще один врыв от Йоку. Просто на Йонсом Фана через собственный инвиз в батле. Юзает инвиз, и сейчас можно входить в Виндетту и попытаться кого-то забрать. Так и будет. Будет ли Йоку входить в Виндетту, неизвестно. Сжигает ману здесь Йонасом Фану. Почему через Виндетту не попробовать раздамажить? Йонасом Фан в итоге умирает. Да, Хенскин здесь подошел, подстопил Йоку. Но здесь уже слишком много было игроков команды Империя. Развалили Йонасом Фана второй раз. И Shadow Demon забирает фраг. Второй фраг для Империи. Важный фраг. Потому как гореть 4-1 на ранних левелах. Ну, извините. Это же Империя. Они Joint Dota MLG Pro League выиграли. Они ЕГЭ там наказали в финале. А тут... какие-то НИПы. Пока эти НИПы какие-то, кстати, надирают все-таки имперские задницы. 6. Так, у Магнуса 6 левел уже имеется. У Резолюшена до Даггера еще, в принципе, много собирать. ПТ приобретает себе Резолюшен. Удивительно, почему не Аркан Буцы. Все-таки потом-то есть же планы хотя бы какие-то выйти на Refresher Orb. А с ПТ-шкой на Refresher Orb, в принципе, и позариться нельзя. Маны просто-напросто на дабл рассказ не хватает. Вообще по артефактам давайте пробежимся. У нас почти 9 минут прошло. Йоку в это время на Эру врывается Резолюшен. Дальше на Эру. Ну, если бы не Ливинг Армор, то развалили бы Эру еще до Реверс Полярити от Магнуса. А там было понятно, что Тренд Протектор вмешивается в такой якобы слаженный фраг. И пришлось РП-шку тратить Эмпайр. Ну, РП потратить в мейн-керри команды Ниндзя в пижамах. Тем более Эра, тем более Фантом Ассасин. Это вообще не грех. Все, в принципе, правильно делает команда Империя. По голде Empire отыграли все, что проигрывали. По экспириенсу выходят вперед. 600 уже в их пользу. 9 минут прошло. Смотрим артефакты. У Резолюшена 1200 на руках. У Shadow Demon Tranquil Boots и все. В принципе, для Йоку. У Йоку здесь пытаются поймать. Эра и в инвизе хендскин. Нет, не в инвизе. Или в инвизе. Что с ним? А, это он, да, это он в инвизе от Тренд Протектора. Я удивился, потому что подумал, что руну взял хендскин инвиза, и не было показателя вообще эффекта. Так, Йоку. Йоку у нас Аркан Буцами, Стаутшилдом, и больше пока ничего. Йоку в Виндету входит и попытается здесь в лесу, я так понимаю, хендскина поймать. Соло должен разбирать. Нет, Йоку не туда поворачивает. Виндета скоро закончится, поэтому побыстрее решил фраг найти. На мидлейн Лимпа... можно поймать, но Виндетта сейчас закончится. Первого левела Виндетта. Выходит у нас в спину Лимпу. Ну все, Йоку уже здесь. Надо хотя бы дать подкоп.
Где подкоп? Олимпу. Пошел подкоп по двоим сразу же. Резолюшн вгрызается у нас в Лину. Лина развалилась. Хэндскин на лоу хп. Есть шоквейв у Резолюшена. Мансит Хэндскин. Хекс по Резолюшену. Забирают Резолюшена у нас в лассо. И, скорее всего, догорит здесь мидер команды Empire. Пожадничал Резолюшен. Даже решил на дурака не давать. Шоквейв здесь. То есть до верного решил сыграть. И здесь очень удачно для Империи все сложилось. Прилетел Йонасом Фан, взял в лассо Резолюшена, и толстый Магнус у нас просто поджарился под собственным Т1, под вражеским Т1 точнее. Йоку тоже вроде все правильно сделал, но плюсов для Империи ноль абсолютный. Подкоп был по двоим, там и Магнус хорошо въехал, но можно было, конечно, гораздо лучше отработать этот момент. Эра вгрызается в Йоку, где Карапаси, Йоку провязал, Карапаси, Йоку зря их, наверное, провязал. В инвиз уходит Йоку просто по руне. И здесь есть вижен от команды НИП. Знает прекрасно Эра, где находится его оппонент. И опять же, в Виндету Йоку не войти и толком ничего не сделать Эре. Имеет ли об этом представление команда Empire? У меня вопрос. Нет, ну понятно, что Сентрик видеть они не видели. И как разве что если наблюдали за Леоном. Но Леон, опять же, Сентрик ставил сам в инвизе. Поэтому прочекать его инвентарь вряд ли могли. Если разве что сейчас прочекать Хэндскина, понять, что куда-то один сентривард сделался. Но я думаю, до первого врыва Йок у нас входит в Виндету. И драка будет вне сентри, это уже плюс, если только по лайну не начнет обходить у нас Йоку. Опять скромничает, опять не идет на нижний лайн, Эру забирать не собираются. У Резолюшена появляется дагер 12 минута, тайминг такой себе, классический тайминг. На Силкида можно ворваться. Силкид ставит в центре. Ждет выход Йоку. Йоку Виндета заканчивается. Поздноватенько немножко Йоку перемещается на мидлейн. Вообще, Йоку, кстати, кривовато реализует у нас Никс Ассасина. Как ни крути. Подстопили здесь Силкида. А просветить-то нечем. Или есть чем. Шоквейв и сплитос под ноги. Да, все, я так понимаю, на слепую давали, но убили в итоге. Йоку забирает здесь Йонасом Фан в лассо. Файрфлая нет. Йоку через Карапаси может убежать отсюда. Ну, по нему уже пошли стаки на Палма. Йонасом Фан решил полетать здесь Firefly. Резолюшен через дагер, через РП. Минус Йонасом Фан и минус Леон в данном файте. Ну, это, я понимаю, реализация дагера. У Магнуса все великолепно сложилось. Во-первых, у Резолюшена была хаста. Во-вторых, дагер и РП в нужный момент у нас стакнулись. 7-5. Empire выходят вперед. По голде они уже 2000 выиграют. По экспириенсу 2,5 в пользу команды Империи. Что делать Непам? Непам ждать, пока Эра станет сильным и убийственным. Пока что Эра у нас в файтах практически не участвовал. 0 ассистов, 1 смерть. Эра пока не боец, ну, пока к нему, в принципе, с оружием не пришла команда Empire. Тут, может, Эра и в ответку Йоку расковыряет. Лимп отправился в лес. Эра просел по хп от Йоку. Карапаси, подкоп и выжгли немножко маны. Ну, есть ботл у Фантом Ассасин, поэтому не проблема, в общем-то, отхилиться. Есть Мордип Маск, поэтому все, что Эра у нас получит от Никс Ассасина, скрипов поимеет. Я говорю, конечно же, по хелспоинтам. У Йонасом Фана есть дагер. Наконец-то Бэтрайдер тоже у нас стал функциональным, таким же, как Магнус. Где в это время Сайлент? Сайлент взял в напарники себе собаку, выфармливает леса. О, пауза, очень хорошо. У Магнуса есть дагер, есть Power Threads, готовится в Юл. Кстати, выйти у нас Резолюшен, удивительно, но факт. У Shadow Демона после Транквил ничего Always on Offline не появилось. Правда, натикало 450 на руки. Никс Ассасин, 1470 на руках у Никс Ассасина. Йоку, скорее всего, будет выходить в дагер. Если бы это был догон, уже бы мы увидели нул талисман. Я думаю, и уже бы увидели став на интеллект. У Лишрака появляется рецепт на Urn of Shadows. Алоха Дэнс просто несчастный. И давайте по нетворсу, наверное, на последнем месте. Нет, на предпоследнем. Хэндскин обогнал. Ну и у Сайлента есть уже доминатор. Мы по собаке это прекрасно видим. Фейсбуцы и Ring of Aquila. Тролль Варлорд ровненько так идет и держится у нас в топ-3. На втором месте Лимп и на первом месте Резолюшен, причем с диким отрывом вообще. 6900 на руках у вообще Резолюшен заработал, 5200 от Лины. Это мейн керри команды НИП. Эра вообще глубоко-глубоко у нас.
На более чем на 2000 Resolution перефармливает мейн-керри команды NiP. Мидерскую мартретку. 3000 Empire по экспириенсу 3500 Empire. Ну все, Resolution у нас наконец-то нашел свою игру, раскрылся. И теперь ждем. Йонасом Фан полетел за Алоха Дэнсом. Где Resolution? Где помощь? Вот она, палочка-выручалочка. РП у нас по Йонасом Фану. Где подкоп? Алоха Дэнс застопил здесь Йонасом Фана. И Resolution-то и сгореть может. Ой-ой-ой-ой, Resolution туда ли вообще пришел? Мана есть на шоквейв. Йонасом Фана 330 хп. Ну, можно и попробовать забрать. Нет, в итоге у нас Йонасом Фан упрыгивает. Хэндскин подошел уже на подсейв. Ну, тут... как-то не по шансам оказалось, даже удивительно. Магнус вообще дэмэджа толком и не нанес. Должны были за рассказ сливать. Так, у нас опять умирает на топ-руне хэндскин. У Йоку уже киллинг спри. Не щадят вообще Леона. Леон второй раз уже умирает. И Леон продолжает бомжевать. У него 1000 нетворс. И силкит тоже примерно на том же уровне. 1700 для него. Алоха Дэнс и Always Wanna Fly саппортов команды не побогнали. Ну и по общему нетворсу видите, как дела обстоят. 4,5 Империя, и по экспириенсу тоже 4,5 в пользу команды Империя. Лимп базируется у нас в лесах. Лайн отдали Эри фармить. Внизу вроде как более-менее сейвовая ситуация, поэтому можно не париться. Завардили, что надо было завардить, и Эра потихонечку здесь отъедается. У Эры четвертый нетворс на карте. Уже на 3000 почти Resolution обгоняет своего... ну как, не своего оппонента прямо, но оппонента по линии. Эра-то у нас начинал на мидлейне. 5000 Империя золота, 5 экспириенс тоже в пользу Империи. Собрались. Уже приятно за этим наблюдать. Яша есть для Сайлента, есть Фейсбуцы, Аркан... Ring of Aquila, точнее, и Helm of Dominator. Silent уже достаточно боевой, колючий. К нему подходить неприятно в любом случае. И опять же, тут Always on a Fly и Aloha Dance. Если в начале данная комба дамажила конкретно дэмэджем от спылов, то есть поймали в Disruption, дали под ноги сплитос от Лишрака, то теперь в дело вступают у нас уже и те, кто бьет с руки, и те, кто физдэмэджем наказывает. Я говорю о Сайленте. Поэтому Сайленту лучше ходить где-то рядом с Шадоу-демоном. Йоку нас ловят. Йоку затаскивают на хайграунд. Йоку не выходит отсюда. Леон забирает данный фраг через Finger of Death. Лина у нас не потратила Лагуну Блейд просто потому, что маны не было у Лимпа. Лимп. Всю ману сливает у нас на крипов то в лесу, то на линии. Ну и по итогам файта в плюсе, конечно, оказалась команда ниндзя в пижамах. По экспе тут отковыряли 1500, по голде остановили хотя бы движение графиков в пользу Империи. Always on a fly, все вообще в фарм. Ой, все точнее в саппортинг. И варды я видел от него, и смоки, и все это Always on a Fly. Ну, всегда такой амплуа у данного игрока в составе команды Империи. Алоха Дэнс у нас больше отвечает за врывы и такой полусаппорт. В основном это дамажащие саппорты, которые всю команду вперед ведут. Ну, в данном случае Лишрак очень часто, если Туск берется, тоже для Алоха Дэнса. Такой полусаппорт, полусаппорт, полуинициатор Алоха Дэнса. У Резолюшена появляется Юл. У Лины мы Юл уже видели. Тут БКБ надо против Лины собирать, потому что попадать в ее раскаст, ну, неприятно будет вообще. Да, Лагуна Блейд, конечно, будет в итоге дамажить и сквозь БКБ. Понятно, что Лина в Аганим рано или поздно у нас выйдет. Сейчас Лимп у нас собирается выйти в Shadow Blade. Новая тема абсолютно. Кто не знал, записывайте. Shadow Blade на Лине. Все чаще и чаще вижу. До сих пор не могу понять, работает ли это. Ну, то есть 50 на 50 на самом деле, стоит ли оно того или не стоит. Поэтому даже и какого-то мнения своего высказать не могу, да и вообще кого оно волнует. В любом случае Лина соберет Shadow Blade, независимо от того, что я думаю касательно него. У Resolution уже есть Юл и 1200 на руках. Resolution фармит очень хорошо и, кстати, тут в данном случае хороший пример стал заразительным. Silent тоже исправляет свое экономическое положение. У Silent'а уже практически готов с Engine Yash. Остается 30 копеек. Так, Resolution у нас. В кого врывался?
в Леона. Врывается резолюшн на Скьюри, и благодаря благодаря Шоквейву просто не почувствовали вообще у нас Леона игроки команды Empire. Хотя забирает фраг все-таки Алоха Дэнс. 6-10, 20 минут сыграно. По голде шестерка для Empire, по экспириенсу 5. Силки довидят или нет? Тут гем пора уже покупать. На самом деле, преимущество хорошее, на гем потратиться вообще не лишним будет. Йоку, скорее всего, надо бы этим заняться. Все-таки он все время в инвизе ходит, и если варды будут ставить, то только против Йоку. Ну и гем не будет бесполезным, потому что тренд протектор рано или поздно, да и уже, направляет у нас в инвиз половину команды ниндзя в пижамах. И ловить, собирать, искать, хотя и, наверное, резолюшен у гем тоже будет не лишним. От него очень много файтов зависит, и это понятно. На Т1 выходит Империя. Сайлент уже близко. У Сайлента куча дэмэджа, во-первых, с руки просто так. Во-вторых, под эмпауэром Сайлент у нас, в общем-то, прощать никого не должен. Если вгрызется у нас в Эру, даже несмотря на промахи, Эра у нас, по идее, должен отъезжать. Как у Эры дела? Есть уже Бродсворд и Клеймор. Эра первым делом пошел у нас в Battle Fury. Никаких БКБ. Это все, наверное, будет... Ну, не наверное, а точно будет попозже. Пока что Эра совсем немного не дофармил до Battle Fury. Все, Эра, в принципе, отходит отсюда. Ситуация неприятная. Он здесь в одиночестве. И если ворвется на него даже Магнус соло, я думаю, что Резолюшн может и оторвать Эре желание фармить. Прокликали у нас по резолюшену игроки команды НИП. И Лимп, по-моему, не туда немножко поворачивает. Под смоком на Алоха Дэнса. Но есть Юл у Лимпа. Нет, не под смоком. Даже помимо смока еще и Shadow Blade было от Лины. А теперь под смоком команда Empire. Ответочка пошла. Поставили вард. Еще один вард от команды Ниндзя в пижамах. Должны ловить здесь Силкида. Силкид на лоу хп. Разорвали. Доминейтинг для резолюшена. 6-1-2. Магнус себя чувствует великолепно. По золоту, по экспе та же история. 14 левел Магнус. Остальные все ниже. 13 левел у нас, видите, Silent. Налево вверх, прошу внимания. И 12 левел Эра вместе с Йоку. Остальные все 11 и печаль вообще для саппортов команды Ниндзя в пижамах. Да и, наверное, Empire. Один Always Wanna Fly, 9 левел. Остальные все 8. Команда Empire в составе 4 игроков у нас на Т2 выходит. Отправляется Йоку у нас погулять. Может, кого-то найдет, может, где-то подфармит. Т2, в принципе, горит. Сайлент должен его забирать. Есть на нем Аегис, поэтому это не проблема, даже если и ворвутся в Сайлента. Главное, чтобы Резолюшн был поближе. У Сайлента под эмпауэром 200... Почти 300. 280 с руки у Сайлента под эмпауэром. По-моему, слишком много, чтобы быть правдой. На 22-й минуте с... скоростью атаки тролль Варлорда это критическая вообще отметка для любого игрока команды Ниндзя в пижамах. Любого, повторю. Совсем немножко остается Сайленту до появления Блэк Кингбара. Уже есть рецепт, уже есть Митрил Хаммер. По вещам посмотрим, что там. Шадоу Демона по-прежнему Став у Фриза, Дри больше пока ничего. У Никса Ассасина тоже готовится выход в Юл, и до Юла осталось тот самый Став, который есть у нас у Шадоу Демона, насобирать. У Лишрака. Аркан Бутси, Урн оф Шадоу, Алоха Дэнс еще 620 на руках имеет. Больше пока ничего. У Сайлента Сенжин Яша, помимо Блэкингбара. Сайлент по фарму обгоняет здесь уже Резолюшена даже. И прилично обгоняет. Сайлент ничего не боится. Резолюшен рядом. Дэмэджа у Сайлента много, а Эгис есть. Можно, в принципе, уже пора разменивать. По-моему, Эгис где-то через минутку отвалится с Сайлента. Было, если я не ошибаюсь... У нас уже оповещение о том, что 2 минуты остается на Эгис. Это где-то было минуту назад. Поэтому вообще надо драться. Сайленту нужно драться, но НИПы вряд ли будут драться против Сайлента, пока такая ситуация. Йонасом Фан у нас в инвизии и с Файрфлаем. Что же интересно тут может быть? Почему у нас начался лесной пожар? Просто удивительно смотреть в инвизии Йонасом Фан. И интересно, поняла бы команда Империя, что там кто-то есть или нет. Ну все, можно Deny Tower. НИПы тут немножечко обломались. 7500 Империя по золоту, 7500 по экспириенсу.
медленно, но очень верно наращивают свое преимущество. 23-я минута. Показатель достаточно неплохой. Да и по убийствам. Empire в два раза больше переубивали Непоп. Battle Fury на Phantom Assassin уже есть. Мордип маск для Эры тоже имеется. Но пока что ничего особенного и не требуется Эре. С другой стороны, Доминатор вряд ли будет лишним. В другие какие-то артефакты долговато выходить. Ну нет, оставляет Мордип маск Фантомка. Фантомка сама на себе. То есть местоимение. Всегда были моим коньком. Саму по себе оставляет Мордип маску и выходит Эра теперь в Black King Bar. У Магнуса есть Dagger, есть Юл на резолюшене и 1000 сверху. По-прежнему резолюшен фармит очень круто. Эра постепенно пытается догнать его, но это Фантом Ассасин. Ну, удивительно было бы, если бы к 25-й минуте ПА у нас хотя бы попытки не организовывала выйти в топ по нетворсу. Вот Silent, в принципе, у нас перефармливает очень прилично Эру. И вряд ли Silent Solo простит у нас Эру. Если только, не знаю, башер какой-то у Эры не будет проходить нон-стоп и криты вылетать по два раза за удар, то Silent'у, в общем-то, ничего не угрожает. 1650 хп у него, 1380 для Эры. Это при наличии уже Огр Клаба и Power Threats на силу для Фантом. Ну, по дэмэджу, понимаете, что у Фантом Ассасин хуже дела обстоят, чем у Тролля. У Тролля с руки, внимание, 325. Больше, чем можно себе представить. А у Эры в это время с руки 180. 170, точнее, да, ровно 170. Криты критами, ну, тролль может и не дать вообще критануть у нас. Но развалили в это время Олимпа, развалили Силкида, потеряли Шадоу Демона. Пока у меня была занятная математика с самим собой, в это время у нас три фрага на нижнем лайне случилось. По голде Empire вывезли 500 в данном файте и 1300 тоже для них. Непам нужно собраться, Непам нужно сейвить всех и вся. Пока Эра фармит, главная задача команды ниндзя в пижамах — не умирать. Резолюшн поднимает у нас ветра Бэтрайдера. Скорее всего, Скьювер будет сейчас уже. Да, Скьювер у нас в Юнасом Фана. И, кстати, у Резолюшна-то линка есть. Резолюшн вообще теперь лину будет, не будет чувствовать. Не в БКБ Магнус вышел, а в Линкен Сферу. Теперь маны достаточно. Теперь можно подумать о появлении рефрешера Арба. Опять же, Резолюшн парень-то скилловой. ПТ у нас на ловкость в нужный момент переключаются. Даже когда просто кастует шоквейва Резолюшн. Ну, скилл есть скилл. Поэтому проблем с рефрешером Арбом не должно случиться для мидера команды Empire. По голде Империя 8000. По экспириенсу восьмерка тоже для коллектива Empire. Олхаденс появляется Point Booster. А у Бэтрайдера в это время приобретается гем. Почему гема нету команды Empire? Почему гема нету команды Empire? Встречный вопрос. Гем у команды Empire есть. На Йоку. Гем, как я и говорил, на Никс Ассасине необходим гем, потому что все-таки Йоку у нас главный партизан. Что ж такое? Не могу дабл кликнуть. На Йоку все, кликнул. А Йоку у нас главный партизан, который вообще диверсиями занимается против команды ниндзя в пижамах. Йонасом Фан может врываться на Сайлента. Лассо есть. Просто надо юзнуть его. Юзает Лассо здесь на Always on a Fly и просто стоит. Always on a Fly переживает Лассо вообще без потерь для себя. Сайлент в это время доковырял здесь Бэтрайдера. Должны и Эру пытаться поймать. Стана, правда, нету. Йоку у нас за Силкидом. Силкида поднимают ветра. Overgrowth с командой Empire переживает. Силкида тоже здесь заберут. Хэндскин, стан по Сайленту. Ну и Хэндскин здесь остается. Сайлент просто братскую могилу здесь под секрет-шопом команды Empire организовал. Дальше погоня за Эрой. Алоха Дэнс горит как только может. Но Эра, если бы не хаста, Эра тут бы, наверное, тоже остался. На половине хп отправили у нас Эру. Или хилиться, или фармить, куда там Эра пожелает идти. БКБ уже имеется для мидера и мейн-керри команды ниндзя в пижамах. Battle Fury, Мордип Маск пока сама по себе. Empire отжали Рошана у коллектива НИП.
Ну и внимание, у Сайлента появляется Monkey King Bar, поэтому Эра становится обычным куском мяса для команды Empire. Просто дайте троллю укусить его. Тролль, в принципе, с Эры вообще не слезет. Фантом Ассасин тут становится, ну, жертвой. Эре, если Эру зафиксировать, а есть такие герои, есть Resolution с Reverse Polarity, то одна единственная цель для команды Empire, и конкретно для их мейн керри Сайлента, это Эра. Йонасом Фан, лесами, быстрее бежать отсюда. Отлично, Йоку заходит у нас в огонь от Firefly, прожимает Карапаси, Йонасом Фана застопили. Это проблема против Никс Ассасина, юзать Firefly не подумав. Куда у нас в итоге собирался Бэтрайдер, непонятно. Йоку сделал все очень скиллово. Включил Карапаси, зашел в огонек, постой, Эра, подумай, что ты сейчас... Ой, что ты Йонасом Фан сейчас натворил. 7-17. Империя 13 тысяч по голде. По экспириенсу 14 тысяч тоже в пользу российского коллектива. А Эра в это время у нас сплитпушит. Эра у нас отправился на топ-лейн. Always on a Fly выходит на Эру. И, по-моему, Always on a Fly немножко ошибся здесь. Эра будет ли врываться дальше на Shadow Demon? Resolution здесь уже. Эру просто привозит к самому себе. Даже далеко не стал вести Магнус. Эру на месте оставил его, просто чтобы били иллюзии. Ну и все, мейн керри, который от мидера команды Empire, просто-напросто вообще дохнет. Иначе не скажешь, бедняга, Эра. Думал, все будет хорошо после 30-й минуты. Вообще ничего не будет хорошего после 30-й минуты. Для команды НИП начинается боль, унижение и тлен. У Йоку уже 2 с копейками на руках. Это после Еула, после Даггера, после Гема. А нет, Гем Алоха-Денсовский. После Аркан Буцов, ну, сойдет за Гем Йоку. В любом случае, фармит Никс Ассасин великолепно. Обгоняет в итоге Йонасом Фана на Бэтрайдере на 1000. Проигрывает Лимпу, но не критично. Если выйдет Йоку на Лимпа, я думаю, Лимпу очень неприятно. А то, что Йоку здесь за счет Карапаси заивейдит все, что может вкастовать Лина, это факт. Сайлент. Вообще фиолетово ему. Стоит, просто лупит тавр. Хэндскина здесь поймали. Ну куда, куда вообще этот Living Armor? Силкит пытался подсейвить своего тиммейта. Сайлент даже отдавать Аегис. В принципе, я думаю, согласен. Вешают на него линку. Но здесь этот Аегис очень дорого обойдется команде Ниндзя в пижамах, если ворвутся. Резолюшн без ульты еще 12 секунд. Возможно, ждут, а может быть и не ждут. Совсем чуть-чуть, и у Резолюшна будет... РП. Refresher Orb, кстати, уже почти готов. Надо насобирать. Осталось 1200 насобирать у нас резолюшну до появления персика. Сайлент по-прежнему живой. Пошла у нас Сайлента ульта от Лины. Не почувствовал Сайлент ульту от Лины, потому что на нем очень вовремя висела Линкенсфера от Магнуса. Представляю, какая печаль там в глазах Лимпа и вообще всей команды НИП. Что делать? Я думаю, что в принципе готовиться ко второй катке. Это было бы разумнее всего. Да, здесь есть смысл еще пободаться немножко с Empire. Может быть, прокнет где-то Эру на нон-стоп криты, когда 4 или 5 игроков команды Empire вместе соберутся. Но если не прокнет, ну, я думаю, 1-2 файта и все. В принципе, ситуация будет решена. Либо играем дальше, либо ГГ. Под смоком, НИПы. Решили активные действия предпринять. Увидели здесь Йоку. Йоку моментально даггер. За ним Хэндскин. У Хэндскина есть даггер. Резолюшн ждет. Просто соберитесь втроем все вместе. Резолюшн уже ждет, как бы ворваться. Поднимает у нас ветра здесь Силкида. Силкид на лоу хп. Догорает Силкилд. Сайлент. Проюзал БКБ. Дальше за Эра. И Эра просто в панике бежать. Быстрее блинк на Йонасом Фана. Все, убежал отсюда Эра. Лину поймали. Лину развалили у нас на нижнем лайне. Сбили Аегис в это время у нас Сайленту. И все, Сайлент теперь готов драться. У него... БКБ, кстати, у тролля проюзано. Сайлент немножко поспешил. Ну ладно, минус 2 сделали. Лину заставили байбекнуться. По итогу этого файта 1500 голды НИПы потеряли. По экспе трешку для Empire. Получилось отковырять у Empire. 22 тысячи преимущества, 24 по экспириенсу. Появляется рефрешер орб на Магнусе. 1100 маны, 1200 даже с ПТ на ловкость. Ну, Линкенсфера свое дело сделала.
дополнительные статы для Магнуса появились, поэтому, да и манореген хороший, поэтому Resolution, в общем-то, по мане себя обезопасил. Ну и Йоул тоже полезная вещь, 150 регенерации маны лишними никогда не бывают. 150%, конечно же. Йонасом Фан на Резолюшена или нет? Резолюшен видел у нас Йонасом Фана через Шок Вейв. Все, Бэтрайдер бежать отсюда. Даггер у нас стоп-лейна. Так, у нас пошел реверс полярити от Резолюшена. Йонасом Фана привозит поближе. Резолюшен пока что не юзал рефрешер. Рефрешер и РП по двоим. Собрал еще парочку героев, и Эра остается в соло. Эре здесь делать просто-напросто нечего. Дизрапшн есть у Always on a Fly, а Эра, кстати, начинает нарезать. ГГ уже написано, но вдруг что-то интересное будет. Эра дальше на Алоха Дэнса не убивает. Не получилось. Вроде бы Эра должен был врываться у нас и бить, но вся команда не оказалась просто-напросто пушечным мясом, которое даже времени не дало подформить своему мейн-керри. Фантом Ассасин 16 левел, все остальные 11, 14, 15, дно, в общем-то. Ну что, поздравляем Empire с первой победой. Напомню, докатка в формате Best of 3. Поэтому у нас впереди еще минимум 2 матча. Максимум 4. Лучше, конечно, 2, чем 4. Без нервов, спокойненько. 3-0 в пользу Империи и go next game. Не забывайте подписаться на данный канал. Периодически мы здесь будем выступать. Будут наши перформансы. Поэтому подписывайтесь на данный канал. Если не на Твиче мы, то здесь. Важные матчи мы не пропускаем, просто с Твича перемещаемся сюда, поэтому будем слышаться чаще, скорее всего, на этом плеере.